Дрожу за свою шкуру, меня тоже тошнит от запаха крови. Но кто-то же должен быть героем. Это не политика, это драка за свою душу со своим страхом. Если чума притворяется миром, это кровь больна. Это вирус. Желудки дрожат, только б не было хуже. И давай Достоевским размахивать дружно. Но что страшнее, простой вопрос: одна или миллионы детских слез? И неживые адреса, пароли, пожрали, поспали, поиграли в героев. И опять на работу лизать начальство. Стабильность — это смерть или счастье? Только потом и не спрашивай, почему так и за что нам было страшно. Сидел дома, было страшно. Только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был сидел дома. Свободе абсолютного нет в земной природе. Я о том, кем надо быть, чтобы не заметить чей-то хер в собственной жопе. Нас уже трахают, а мы философы за книгами прячем свою совесть. Да за никами нам бы отсидеться от сердца. Зачем нам сердце? Стабильность? Смерть или счастье? Если страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам было страшно. Сидел дома, было страшно, только потом и не спрашивай, почему так и за что нам был так сидел дома.